реально родитель, собственник персон, от человека по рождению мужчина, слово в судебных прениях предоставляется. Это то, что выпадали через приемную? Рассмотрение дела по существу подтверждает законченным и переходит к судебным прениям. Слово в судебных прениях предоставляется административному истцу. В прениях хотел бы сказать и обратиться ко всем присутствующим в зале не как к должностным лицам, а как к людям. Оставайтесь человеками и не пытайтесь врать в угоду чего-либо, какого-то там лжеправды, извиняюсь за каламбур. Выгораживая своих подчиненных, даже если вы говорите, что они не входят в состав суда, они в любом случае подчиненные, поскольку выполняют ваши требования, и заставляя их лгать, секретарей, приставов и так далее, вы создаете общество для своих же детей, для своих же внуков. Ваши дети будут ходить в масках, ваши внуки будут ходить в масках, если, конечно, доживем до этого. Оставайтесь человеками. Больше сказать мне нечего. Это то, что выпадали через приемную? Через приемную, да. О нарушении судьбы ваших прав от имени, от человека по рождению мужчина, собственника персоны Куприянов Денис Владимирович, генерального распорядителя, бенефициария физического лица, известного как Куприянов Денис Владимирович. Лицу, называющему себя судьей Дагестровского суда, Вахушев Степан Юрьевич. Ввиду открытия мне новая информация. Также пользуясь своими правами человека. Физическое лицо Вахрушева Светлана Юрьевна признает, что не является судьей Дагестровского районного суда. Да.